По традиции, перед началом совещания прошло награждение сотрудников полиции, показавших наилучшие результаты служебной деятельности. Грамоты и благодарственные письма вручались от имени Министерства внутренних дел, муниципалитета, руководства управления и общественного совета. Первые 6 месяцев 2019 года были непростыми. Тем не менее, оперативную обстановку удалось удержать под контролем. В дежурной части на территории округа поступило более 45 тысяч заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из всех регистраций 2320 сообщений о преступлениях, что ниже аналогичного периода прошлого года на 0,2%. На данный момент из 2320 зарегистрированных в текущем году преступлений лица установлены по 1492, что составляет 64,3%. Зарегистрировано преступление, следствие по которым обязательно, 1128. Преступления, расследование которых проходит в форме дознания, 1192. Раскрываемость преступлений за первые 6 месяцев выше прошлогодних и общеобластных показателей. Принимаемыми мерами на территории округа удалось значительно снизить число таких тяжких и особо тяжких преступлений, как убийства, изнасилования и грабежи. Также снизилось общее число краж и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Как обычно, хорошие показатели продемонстрировал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, участковые уполномоченные и ОГИБДД. Глава округа Андрей Иванов поблагодарил личный состав управления за профессиональную работу. В работе полиции важную роль играет применение передовых технологий и современных технических средств, в частности, видеонаблюдения. В настоящее время Одинцовский округ насчитывает около 3000 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Мы ставим перед собой задачу в течение 3 лет оборудовать все подъезды Одинцовского округа, их 5770 подъездов, камерами видеонаблюдения с распознаванием личности. В прошлом году мы внедрили передовую систему видеонаблюдения на привокзальных площадях и в Голицыно, и в Кубинке, и привокзальной площади Одинцово. Оборудовали также линейный отдел полиции на транспорте рабочим местом с подключением также к системе «Безопасный регион». Также Андрей Иванов отметил важность работы полиции в осуществлении миграционного и экологического контроля и в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».